Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект «Изучаем ПЛК-контроллеры». В прошлом видео мы написали с вами вот такую небольшую программку на языке релейных диаграмм для микроконтроллера AVR. Это у нас программка «Бегущие огоньки». Вот так она у нас выглядит. В прошлый раз программку мы зашили в наш микроконтроллер. Давайте посмотрим, как она работает на реальном микроконтроллере. Подадим питание на микроконтроллер. Вот у нас микроконтроллер. И вот наша программка бегущих огоньков. Вот у нас светодиоды поочередно загораются. Гаснут и снова поочередно загораются. Микроконтроллер от Мега 16. Написали программку на языке релейных диаграмм. Система программирования LD Micro. Ну вот, пожалуй, на этом пока и завершаем наше видео.